решила поучаствовать в заводском новогоднем конкурсе и показать маленькую зимнюю сказку. Вот здесь у меня семейка снеговичков. Мама красавица в душегрейке. Серьезный папа в очках. И, конечно, детишки на качели качаются. Весело им, хорошо. Дальше у меня сидит Дедушка Мороз с хрустальным волшебным посохом и с мешком удачи для всех людей в наступающем новом году. Ну и, конечно, рядом красавица Снегурочка. Елочка. И, конечно, символ наступающего 22-го года. Тигренок. Сшит своими руками. А дальше у меня сидит Емеля на печке. Веселый, на балалайке играет. Конечно, что ему не радоваться. У него тут и в чугунке каша готова, и дрова трещат, и ухват стоит, чтобы чугунок достать. И ложки-то у него большие, и снегирёк прилетел. На задвижку от трубы сел, греется. Печка на лыжах, сама может ездить. А все благодаря щуке желаний. Вот она какая, щука желаний, красивая. Что Емеля захочет, то она исполняет. И ведра-то сами с водой к Емеле идут. Вот такая маленькая новогодняя сказка у меня получилась. Поздравляю.